Бавария, конечно, выше класса, это бесспорно. Да, Бавария почти чемпион Бундеслиги, но слабые места есть, играть можно с этой Баварией. Ну а пока, посмотрите, была возможность отличиться у Баварии. Первый же момент на второй минуте. У нас тем временем штрафный удар, Погребняк возле мяча, и здесь же Тимощук. Ну, давайте смотреть. Удар Погребняка, гол! Гол забивает Зенит! 1-0! 1-0! И еще раз 1-0! Зенит выходит вперед! Хотел получить мяч на ход себе. Ух, как неаккуратно сейчас сыграл и Файзулин, и Анюков, и Рибери по левому флангу набирает скорость. Падает, что штрафной, нет? Не ожидал, что мяч пойдет именно на ближнюю штангу. Но вот есть возможность у него отличиться. Штрафной. Рабой может и пробить. Хотя бьет Рибери. Разворачивается Рибери. И еще один удар. Янсен. Великолепная передача. Но... Ван Гомель, Швайнштайгер. Вот тут из них, да? Малафеев просил четырех футболистов поставить в стенку. Подача на дальнюю штангу. Сброс, удар, слава богу. Слава богу, простили. В Химках-то он играл в полузащите. С передачами у него нормально все. Здорово, Зырянов, бить! Гол! Гол забивает Зенит! 2-0! Вот он, Константин Зырянов! 2002-2003 годах вместе, то есть отлично знакомы. Тони, аккуратно, нужно удар. Малафеев вытаскивает. Атака Баварии. Вторая волна пошла. И хороший такой плотный удар. Александр по правому флангу. Там три наших футболиста помогают. И Файзулин дает гол! Там! Гол! 3-0 сейчас забивает Файзулин. Вы посмотрите. Что дальше? Швайнштайгер, удар. Отбил Малафеев. Рибери, продолжается эта атака. Подольские. В общем, это классно, никто сомнений не подвергает. Доминги стащит на себе Лама. Обыгрывает Лама. Дальше что будет делать? Погребняк. Гол! Гол 4-0! Гол сравнялся от Стони.